Вот так с песнями и танцами отмечали прихожане сразу два праздника – государственный и православный. Чтобы прийти сюда, был еще один немаловажный повод – внести свою лепту в общее благое дело, приняв участие в ярмарке. В этом году вырученные средства будут направлены в Орехово-Зуевский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики. Это очень важно, когда мы можем подарить свою любовь, свою заботу о детях, а тем более праздник, День народного единства, он должен иметь некую основу доброты, любви, взаимоуважения. И это самое то, что мы можем подарить детям, показать им пример. И мы хотим, чтобы наши прихожане, те люди, которые заходят в храм, чтобы они чувствовали свою причастность не только к молитве, но и к общему делу. Потому что добрые дела – это непосредственное... жизнь христианина. Я от всей души поздравляю всех вас, дорогие братья и сестры, с праздником Казанской иконы Божией Матери, с Днем народного единства. И хочу вам сказать, чтобы пусть покров Пресвятой Богородицы, ее материнская молитва, ее заступничество будет со всеми вами. Будьте счастливы и Богом хранимы. С каждым разом количество участников ярмарки увеличивается. И уже не только из Орехово-Зуева и района собираются мастера, а со всего Подмосковья. В этом году горожане могли приобрести изделия ручной работы, созданные в Сергиеве-Троицкой лавре, Гуслицком Спасо-Преображенском монастыре, а также ремесленниками из города Раменское. Ну и, как всегда, активное участие в акции приняли учащиеся социально-технологического техникума, члены молодежного клуба, представители общественных организаций. Платки, одежда, всевозможные картины, вязаные изделия, сувениры из керамики и дерева, бижутерия, мягкие игрушки. Разнообразие товаров поражало воображение. Каждый мог выбрать что-то для себя. Ну и какая же ярмарка без горячего ароматного чая и аппетитной выпечки, которую приготовили служители и прихожане собора. Мы ждем всегда гостей и очень рады всем, кто посещает наш храм. И... мы с огромной любовью и с огромной добротой это все делаем. В этот день прихожане могли оказать помощь не только детям, но и внести свой вклад в возрождение храма святителя Петра в деревне Овсюнино. И, конечно, насладиться пением вокалистов мужского хора Богородицы Рождественского собора и юных артистов Дома культуры на площади Пушкина. По столу ледяной дверь скрипучая зашершала стеной. Тьма колючая, как шагнешь за порог, всюду линий, а Иисус как порог синий-синий. Попали на ярмарку мы первый раз сегодня. Очень нам все понравилось, все хорошо. Спасибо большое за такой праздник большой. Хочу всех горожан поздравить с этим праздником народного единства, с праздником иконы Казанской Божьей Матери, нашей покровительницы Руси. Пожелать всем крепкого здоровья, мира, голубого вот такого неба над головой и счастья в дом. Завершилась очередная благотворительная ярмарка. А это значит, что у воспитанников специализированного дома ребенка появятся новые игрушки, теплая одежда и другие необходимые вещи.